рассада лобелий Crimson Princess теплолюбива. Наибольшей декоративности достигает на открытых, солнечных местах. Также рассада лобелий Crimson Princess хорошо растет на умеренно влажных суглинистых или супесчаных почвах. Высота взрослого растения достигает до 55 см. Листья темно-зеленые, цветки темно-красные. Цветение июнь-август. Цветы необычной формы, в диаметре достигают до 5 см. Лепестки окрашены в темно-малиновый цвет. Используют растения для групповых и одиночных посадок. Лобелия гибридная Crimson Princess это травянистые высотой от 50 до 60 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка темно-малиновая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.